Партия узлов и агрегатов приобреталась в рамках государственной закупки для обновления железнодорожного полотна на одном из объектов. Однако реконструкцию провели лишь по документам, а фактически приобретенный товар был вывезен с предприятия и направлялся витебским коммерсантам. Те, в свою очередь, планировали перепродать похищенное госпредприятием, однако замысел не сбылся, их задержали с поличным. Четверо подозреваемых выдворены в ВВС, еще одного взято обязательство о явке. Оперативники установили несколько аналогичных эпизодов преступной деятельности фигурантов. В ближайшее время им будет дана правовая оценка, а уголовное дело будет передано в Следственный комитет для расследования.